В Югре пройдет Всероссийский фестиваль «Вместе ярче». Распоряжение об этом сегодня также приняли члены правительства. Задача форума – привлечь как можно больше людей к энергосберегающему образу жизни. Основные мероприятия пройдут в Ханты-Мансийске 12 июня и 7 июля. В эти дни предприятия представят последние разработки в сфере энергосбережения. Каждый желающий сможет подписать декларацию о бережном отношении к энергоресурсам. Будут работать площадки для утилизации ламп накаливания. Кроме того, в ближайшие несколько месяцев в образовательных организациях округа проведут уроки энергосбережения, конкурсы проектных и исследовательских работ, экскурсии на объекты топливно-энергетического комплекса. Основная задача, конечно же, развитие определенного образа мыслей, определенного мышления, которое уже в автоматическом, так скажем, режиме позволяет людям, городу, округу и стране в целом сберегать энергоресурсы.